Это шоу «Испанский стыд о траектории», в котором наш райдер Кэмпбелл будет задавать пикантные вопросы гостям на испанском языке. Не переживайте о переводе, мы позаботились об этом. Шоу носит развлекательный характер и не имеет цели кому-либо обидеть или задеть. Приятного просмотра! Кто eres? Ты кто? Я Кирилл Бурыдин, я художник. Занимаюсь тем, что рисую на дереве, делаю всякие предметы из дерева, разрисовываю их. На них можно сидеть, на них можно кататься. И, ну, как-то так. Ты что, считаешь, что борода — это круто? Нет, я не считаю, что это круто, но она похожа на лобок. Ты считаешь, что лобок — это круто? Я считаю, лобок на лице — это круто. Почему ты выглядишь как бездомный? У меня нет дома. А где ты живешь? Дома. Я уже нет. Бля. Какой предмет в школе ты любил больше всего и почему? Я больше всего любил химию. Мне нравилось понимание того, как все работает в мире. Какие оценки ты получал? 5 и 4. Кем ты себя видишь, когда вырастешь? Я не знаю. Может быть, космонавт? Да я в целом и так космонавт. Насколько далеко ты отлетаешь? Очень далеко. И надолго. Как зарабатывает художник? Он продает свои работы, продает себя, стиль, душу, и кому-то образ. Это надо? По ходу дела, да. Сколько зарабатывает художник? Каждый по-разному. Кто-то много, кто-то мало. Тебе на жизнь хватает? То худо, то густо, или как это? Ну, в целом, да. А можешь ли ты купить себе домик? Нет. Не могу. Я бездомный. А когда сможешь? Завтра. Это что, по-твоему, искусство? Да, искусство вообще в целом все что угодно может быть. Ну, например, классно кататься на стейте – это искусство? Мне кажется, да. И это тоже искусство. А это лимонад, который мы сделали с траекторией. А он вкусный? Да, он вкусный. С каким вкусом он? Тропических фруктов. А почему именно такой вкус вы выбрали? Потому что я сам тропический фрукт. Почему ты используешь в сюжетах своих работ темы голых людей и гениталий? Мне кажется, это очень смешно. Писти и систи – это здорово. А что в этом смешного? Вы когда-нибудь видели пенис? Да. Разве это не смешно? Да, действительно. Почему в твоих соцсетях указано, что ты Acid West Artist? Одна из вещей, которыми я вдохновляюсь, это вестерны. И есть жанр, который зародился в 70-х годах под названием, в конце 60-х, в начале 70-х, Acid Western. И мне кажется, что эти фильмы наиболее отражают то, что я делаю в своих работах. А какой твой любимый фильм этого жанра? Крот. Сам крот? Ты крот. Может ли негативная энергия зарядить тебя? Мне кажется, что в основном негативная энергия и позволяет мне рисовать эти веселые картинки. Потому что, когда вокруг все круто, пляжи, серфах и кайфе, мне тяжело работать. Мне нравится тусоваться.
тебе не кажется, что это противоречиво? Ты рисуешь веселые картинки, когда происходит что-то негативное? Ну, видимо, это противоречиво, но в моем случае со мной это так и работает. Я знаю, что ты умеешь делать кикфлип. Покажи. Давай доску! Но. Кто твой любимый скейтер? Ты. Почему? А еще кто-то есть? Либо Улала. А чем он тебе нравится? Это мой кумир детства. Мне нравился его стиль катания и стиль по жизни. А как его стиль по жизни называется? Не скажу. Скажи. Чё ты, пацан? Да какой колор? Какого цвета бельё на тебе? Бело-голубого. Есть ли музыка, без которой ты не представляешь свою жизнь? Да. Что это за музыка? Ты хочешь спросить про группы или про жанры? Да. Про все. Я очень люблю психоделик-рок и панк, и гараж, и блэк-метал. И... В целом, мне кажется, я без музыки своей жизни не представляю. Просто бывают разные настроения, там, типа, Пугачёва можно послушать. Есть ли у тебя любимая группа? Да, наверное, это Stooges. Stooges, респект. А когда ты рисуешь картины, ты включаешь музыку? И что на тебе надето? Я включаю музыку, слушаю, и на мне надета одежда. How much is the fish? Какой самый интересный проект за все время у тебя был? Я думаю, это моя дочка. Очень мило. А как ее зовут и сколько ей лет? Ее зовут Миша, и ей 4,5 года. Расскажешь что-нибудь забавное, связанное с ней? Например, она каждый день дает мне игрушки с собой. И сегодня у меня собака и попкорн для собаки. А собака любит попкорн? Да. Правда ли, что ты вдохновляешься творчеством Аллы Пугачёвой? Нет. Или да. Тогда или нет? Пусть это будет секрет. Арте о динеро. Искусство или деньги? Деньги. Поле о пескадо. Курица или лосось? Лосось. Активо о пассиво? Актив или пассив? Пассив. Рэп о панк? Рэп или панк? Панк. Вердат о цион? Правда или действие? Действие. Vamos. Ну тогда вставай и покажи, на что ты способен. Oh.